первый тайм ребята хорошо сработали в прессинге, мы ожидали, да, что они будут начинать атаки, то есть команда пытается играть в футбол, но здесь ребята как бы молодцы, накрывали здорово, поэтому, ну, реализация хотелось бы, конечно, больше, поэтому здесь тоже, ну, есть над чем работать. Это радует тоже, что ребята начали забивать, но, опять же, то есть если так сравнивать, то есть у нас сегодня было 10% моментов, ребята забили только половину, то есть, ну, здесь, опять же, нельзя как бы на этом успокаиваться, а дальше работать, и в том числе и на реализации момента. Хотелось бы, конечно, оказаться как можно выше. То есть, ну, здесь уже ребята, опять же, да, уже, наверное, привыкли уже, да, к этому уровню, поэтому здесь, следовательно, получается, пока удачная игра, это хорошо, мы будем еще работать дальше так. Хочется поблагодарить всех парней за хорошую игру. Все отдавались до последней минуты. Хорошо контролировали мяч. За 1-0 сыграли и в атаке реализовали все моменты. Ну, наконец-то получилось реализовать те моменты, которые создают партнеры. В атаке хорошо сработали. Когда забивал второй гол, хорошо спрессинговали, что вынудило вратаря ошибиться. При первом голе побежал на добивание, забил. Третий. Хорошо разыграли. Прострел и замкнул, завершил прострел. Брест тоже хорошая команда. Выиграли единоборство часто, тоже хорошо контролировали мяч. Но мы были чуть лучше. Такой 8-й матч. Играем плюс-минус одним составом. Потихоньку налаживаем взаимодействие, связи, что и приводит к таким победам. Будем доработать дальше.